Друзья, всем привет! Идею для сегодняшней самоделки я нашел буквально под своим же рабочим верстаком, когда искал закатившуюся неизвестно куда одну выпавшую из рук мелочевку и таким образом набрел на парочку залежавшихся домкратов от своих бывших «Жигулей». Машина, конечно, уже свое отходила, а вот домкрат еще вполне сгодится для нашей сегодняшней самоделки. Делать будем одно достаточно интересное и очень полезное приспособление, как всегда, из подручных доступных материалов, а самое главное, без токарных работ и каких-либо еще сложных манипуляций. Всем приятного просмотра, надеюсь, будет интересно. И пока будет сохнуть краска, займемся немного черным металлом. Понадобится нам два отрезка по 45 см 120 и 100 швеллеров и по 4 отрезка 30 и 25 профтрубы длиной по 25 см. Thank you.
Ну вот, друзья, получился у нас вполне себе такой рабочий трубогиб. Конечно, не рельсы гнуть, но для моих нужд будет более чем достаточно. Диаметр приводного вала я сделал из 50-миллиметровой трубы, что создает, конечно, повышенную нагрузку на руки, но зато ускоряет процесс прокатки труб, что и преследовал я при выборе данного диаметра, так как я всегда считал, что лучше поднапрячься и сделать побыстрее, чем работать хоть и с большим комфортом, но потерять при этом много драгоценного времени. Но это лично мое мнение. И я думаю, если уменьшить хотя бы в половину диаметр вала, то это значительно облегчит процесс вращения колеса. Ну что ж, надеюсь, был кому-то полезен этим видео и кому-то оно пригодится. Будет также интересно узнать ваше мнение по данной самоделке, ваши предложения и, может быть, советы, как и что можно улучшить в этой конструкции. Всем спасибо за просмотр. Пока!